Позвольте приветствовать вас в Беларуси. Мне очень приятно, что вы приехали к нам зимой. Правда, сегодня не зимний день, но для того, чтобы почувствовать себя на севере, сегодня температура достаточная. После Хартума, где плюс 30, попасть в ноль – это хороший экстрим. Я помню очень отчетливо, очень хорошо помню свой визит в вашу прекрасную страну. Нам удалось тогда достичь ряда договоренностей, которые смогут, безусловно, вывести нас на очень высокий уровень сотрудничества. По крайней мере, мы сможем создать фундамент наших отношений, выполнив эти договоренности. Я, господин президент, хочу вас заверить в том, что мы полны решимости реализовать все наши договоренности настолько быстро, насколько будет ваша воля и воля суданской стороны.